Всем привет, друзья! Очень рада, что вы не забываете про меня и заходите постоянно в гости на мой канал. И сегодня мы с вами поговорим о товарах для дома из магазина Fix Price. Покажу, что сейчас есть в продаже, какие товары полезные. Также обсудим некоторые товары, по которым у вас были вопросы. Так что это видео будет своеобразная сборная солянка. Но надеюсь, что та информация, которая будет тут озвучена, окажется для вас полезной. Сейчас в трех магазинах нашего города Вязьмы можно найти в продаже пластиковые корзинки. Эти корзинки своеобразные формы. Спереди бортик намного ниже, чем задняя сторона. Размеры 31,5 на 15 сантиметров и высота 13 сантиметров. Всего такие корзинки продаются в трех цветах. Голубой, желтый и пудрово-розовый, который выглядит более красивым. И стоят они 99 рублей. Вообще такие корзиночки можно использовать где-то в ванной комнате, поставить туда все баночки с уходовыми средствами, шампунями, бальзамами и тому подобным. И единственный плюс этой корзинки, что удобно будет сразу поднимать со всеми баночками при уборке, а не снимать каждую банку отдельно. Также в комментариях под видео вы у меня спрашивали, есть ли в продаже солнцезащитные пленки. Есть обычные серебристые пленочки, очень тонкие, но я вам их не советую, потому что отзывы по ним плохие. Пленки тонкие, рвутся, оставляют следы и клеются неровно. Но зато есть в продаже пленки, они, конечно, не светоотражающие, но вполне полезные. Это полупрозрачные пленки с геометрическими рисунками, с цветочными в зависимости от модели. Стоят они 99 рублей при размере 2 метра, шириной 45 сантиметров. Такие пленки удачно использовать для тонирование стекол окон на нижних этажах. Обычно бывают в старых домах такие проблемы, когда мимо люди проходят и постоянно заглядывают в комнаты квартир, расположенных на первом этаже. А также такие пленочки можно использовать для декорирования двери. Старых дверей советского варианта, если вдруг вы еще не поменяли и имеются какие-то затертые стекла. И вот такие пленки для этих целей подходят идеально. Полипропиленовый крученый шнур. Продаются моточки разных цветов, но в основном, конечно же, это белый цвет. В этом клубке в бобине 400 метров при диаметре 1,5 миллиметра. Шнур действительно прочный, я его покупала для рабочих целей. Если вам приходится постоянно в конце года заниматься с прошивкой дела, то вот такой шнур тоже сюда подходит на все 100%. Также в комментариях под предыдущими видео меня спрашивали, есть ли еще в продаже защитные накладки от удара дверей ручек. Да, они есть в продаже, продаются в белом и сером цвете, и набор состоит из 4 штук. Еще одна новинка этого года, которая заслужила свое признание, это специальный замок-блокиратор для пластиковых окон. Замок позволяет открывать окно на проветривание, но при этом ребенок никогда сам не сможет его открыть без специального ключа, то есть тем самым мы обезопасиваем своих детей. Цена 199 рублей. Еще в запросах было показать, какие имеются в продаже деревянные ящички, деревянные кашпо. Но в основном у нас вот эта вот коллекция из серии «Винтаж». Большие ящички с надписью «Home». Стоят они 249 рублей и продаются в разных расцветках. А еще был комментарий, спрашивали, что не могут именно в наших магазинах найти подвесные ящички с надписями Garden за 249 рублей. Друзья, сейчас магазины переместили эти ящики из отдела товаров для дома именно в отдел для сада и огорода. Ищите их там, ящички есть 100%.
Меня радует, что в наши магазины привозят товары и из старых коллекций. Например, можно найти в продаже деревянные рамки из коллекции «Пчелки». Это прошлогодняя коллекция. Стоят они пока также 149 рублей. И вот эти популярные домики-полочки за 149 рублей тоже есть в продаже. Горшков доломитовых очень много, но каких-то пока ярких и интересных новинок помимо больших горшков в виде тюльпанчиков я не нашла. Цена 249 рублей, разбирают их очень быстро, но еще можно найти маленькие стеклянные вазы-шарики. Конечно, их тоже становится очень мало, потому что стоят они бюджетно, всего лишь 55 рублей, но при этом выглядят стильно. Завезли их в разных цветах и подходят под любой интерьер. В зависимости от цвета разбирают также оперативно. Большое количество различных декоративных штучек. Тут и свечки, и фигурки, статуэтки. Но я думаю, на статуэтки даже не стоит тратить ваше время, потому что мы с вами их уже обсуждали, и особого функционального действия они, как говорится, не несут. Свежая новинка среди горшков – это пластиковые горшки. Продаются они в двух объемах, кажется, 2 литра и 300 мл, и также 3 литра 200 мл. Вот такие горшки. И стоят они, соответственно, 149 и 199 рублей. Продаются в разных цветах, в основном это нежные расцветки. Вот такие металлические лейки. Заметила, что есть у нас в продаже в одном магазине по улице Восстания. Стоят они 149 рублей. Из фоторамок пока чего-то суперинтересного выделить не могу. Единственное, что да, вот эти фоторамки за 199 рублей, они вполне качественные, но, конечно, тут цена высокая. При этом они прекрасно подойдут в любой интерьер, будут смотреться красиво, и можно их оставить даже в том виде, в котором они продаются в магазине вместе с этой картинкой. Пластиковые подхваты для штор за 99 рублей. Но, как говорится, вот эти подхваты на любителя, потому что это какой-то стиль барокко, не барокко. Украшены эти подхваты множеством маленьких розочек. Из полезных товаров это светодиодный светильник за 77 рублей. Вообще вещь полезная. Что заявлено на упаковке, что это светильник стильный и компактный. Действительно, он стильный, ничего, никаких лишних элементов нет. Включается только в темноте, а также имеется функция включения-выключения от светового датчика. Питается он от сети, вставляется в розетку, и такие светильники подойдут для освещения детских комнат, если ребенок боится спать в полной темноте. Также был вопрос по поводу металлических клеток. Да, друзья, есть они еще в продаже, но, конечно, не в том количестве, в котором были они на момент завоза. Сейчас их буквально осталось по паре штук в каждом магазине. Стоят они 299 рублей. Напомню, что есть несколько вариантов их оформления. Могут открываться просто как обычная дверца, может откидываться крышка. Ну и, как видите, бывают они в трех расцветках. Это золото, белый цвет и черный. Коллекция «Африка» до сих пор есть на полках, и практически в полном объеме она представлена. Если вдруг кто-то пропустил ссылочку на полный обзор этой коллекции, оставлю подсказки сверху.
Также был запрос рассказать об искусственных цветах. Ну, что тут у нас из свежих новинок? Это вот такие декоративные ветки в разных кислотных, так скажем, ярких оттенках за 199 рублей. Выглядят очень интересно, несмотря на то, что это пластик. Но, вы знаете, за счет своего цвета, именно в голубом, вот этом голубом фиолетовом оттенке, смотрится очень выигрышно. Еще одна актуальная новинка для летнего сезона – это пальмовые листья за 77 рублей. При помощи таких листьев прекрасно можно декорировать комнату, в детской комнате они будут уместны, а также красиво будут смотреться в лаконичной вазе по штучно расставленной вот вазочку. Такие листики смотрятся также красиво. Своеобразные вот такие колючки за 99 рублей. Представлены они в цветах российского флага. Ну и из более-менее адекватных цветов это пионы. Мне кажется, что они больше всего похожи на пионы. Смотрятся вполне неплохо, особенно в белом и розовом цвете. Это единичные цветочки, но при желании можно создать из них большой пышный букет. Также был вопрос, почему я не рекомендую к покупке вот эту вешалку. Но, друзья, еще раз вам покажу поближе. Вы посмотрите, насколько некачественно все это выполнено. Буквы картонные, приклеены на клей неровно. Клей измазан, везде имеются подтеки. И настолько неаккуратно выполнена эта планка. Не знаю, мне хочется все-таки вам советовать вещи действительно полезные, выполненные качественно, но вот эту вещь я категорически не могу вам советовать. Друзья, в магазинах большой выбор пластиковых контейнеров и корзинок. Кстати, на канале недавно вышло видео, где я показывала все товары из этой коллекции. Если вы интересуетесь системой хранения, организацией и хранением, посмотрите, пожалуйста, тот ролик. Я постаралась собрать там наиболее полезные функциональные корзинки и лотки. Еще один из полезных светильников – это большие светильники светодиодные мощностью 18 Вт. Такие светильники прекрасно подойдут для освещения рабочей поверхности на кухне, можно использовать в ванной комнате. Длина больше метра, 1,20 м. Из текстиля среди свежих новинок это наборы прихваток из 2 штук за 77 рублей. Представлены они в разных цветах. И еще чехлы на стулы. Ну, это стандартные чехлы, которые периодически завозят в магазин. Материал полиэстер, тянется, тонкий, но зато может хорошо обновить внешний вид старого стула. Еще одна полезная вещь – это вешалка на дверь. Стоит она 149 рублей, размера 38 сантиметров и рассчитана она на 5 крючков. Выполнена добротно, надежная, так что смело можно вешать какие-то тяжелые предметы. Еще одна полезная вещичка, которая также выполнена из металла. Это навесная корзинка на дверцу. Стоит она 149 рублей. Имеет размеры 28 на 11 сантиметров. Высота с учетом крючков 21 сантиметр. Можно использовать для хранения мелочевки с внутренней стороны дверок. Также можно приспособить в качестве вспомогательной корзинки на рейлинг на кухне. Ну или же где-нибудь повесить в ванной комнате. А еще сейчас можно найти в продаже пластиковые корзинки из серии Loft. Причем эта серия разрослась, выговорила это слово. Стоят такие корзинки 55 рублей и по функционалу они просто прекрасны. Мне нравится пластик, он плотный. Корзинки разных размеров, есть круглые, есть угловые.
Ну и самое главное, что бюджетная цена 55 рублей, и сейчас в продаже представлены приятные расцветки, нежные, а не каких-то кричащих ярких цветов. А еще недавно в отделе канцелярии я нашла в подставке для ручек. Это пластиковые подставки. Насколько я помню, стоят они 77 рублей, если я не ошибаюсь. И такие подставочки можно использовать также для хранения косметических кистей. Будет смотреться в ванной комнате или же на туалетном столике вполне неплохо. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что оно было для вас интересным и полезным. Если это так, поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а если у вас остались еще какие-либо вопросы по товарам из фикс-прайса, смело пишите их в комментариях. Я буду подготавливать для вас очередные видео подобного формата, отвечать на вопросы, рассказывать, есть ли товары у нас в наличии. Надеюсь, что вам такой формат понравится.